Привет, друзья! Снег у нас начался с ночи и продолжается сейчас и крупными хлопьями, и вот такой мелкий сыпется, и с дождем, и без дождя. Такой снежок у нас. Пожалуйста. Весна решила подбросить снежка. Не было зимой, так пускай будет весной. Лучше позже, чем никогда, видимо, по этому принципу. Гостиница для насекомых. Вон, видите, кто-то запечатал ходы. Видимо, там яйца отложены. В общем, зима зимой в Нидерландах. Холодно, около нуля. Вон как покрылись снегом Анютины глазки, трехцветные фиалки. Такая метель. У нас метет целый день. То было чуть утихло, вот смотрите, сейчас просто закручивает. Закручивает кружева. Может быть, новый год идет. Не знаю, что хочет природа этим сказать. Наверное, что все бывает непредсказуемо, и нам только кажется, что все как-то закономерно и логично складывается. На самом деле, ни о каких закономерностях мы и близко не знаем, и не в курсе. Как думаете, такая версия? Что бы это могло значить? Почти середина марта, и вот такая вот метель в Нидерландах, где и зимой-то снега нет. Смотрите, какой густой снег. Вот реально. Можно уже лепить снежную бабу. Спугнула дрозда. Сидела там в снежных ветках. Вот там дрозды. Там их жилища. Там у них гнездышки. И вот с той стороны, куда только что упорхнула, там тоже. Вот такая снежная сказка к вечеру. И елочка уже такая вся снежная, новогодняя. А кто сказал, что Новый год 1 января? А может, он вообще 10 марта начинается?